Пошел! Пошел! Стой, стой! Разули! Хвост оторвай! Пошел, блядь! Я же говорил, в темноте самое интересное. Подожди, куда вперед? Крис, ты натянут тросами, блядь. Надо вверх поднимать. Хвост оторвать. Дайте посмотреть. А куда ж ты, блядь, смотрел, Руслан? Да не видно ж темно, блядь. Охуеть, кричали гости. Да кричал, шустой. Крис, ты хочешь это как-то прокомментировать? Хвост оторвали. А он на рессорах у тебя или на чем? А каких рессорах? Не, ну тут ну, вообще какой-то кобздец. Там, наверное, и кардану кобзда, раз он так ушел, глянь. Или это колесо сломалось. Руслан, не верти башкой своей лошадиной. Да из-за тебя все проблемы, Павлович. Сюда свети. Да подожди, подержи, я свет включу. Сань, подержи, если ты не снимаешь. Что это? Крис, не рви, блин, там капец. Говорят, ну, присядь, посмотри его там. Сейчас я свет включу, подожди. Только у тебя свет на лбу неплохой, что ты дрочишь? А, и по модному. Ну, конечно. Ну, ближе туда, вон, шо тут за железяка выглядывает. Это кронштейн тяги Панара или что это? Это похоже. Нет, тут льдина. Там не видно льдина, все это льдина. Ты ничего там не увидишь. Крис, ну, вылазь, откручивай колесо. Сзади. Там 4 рычага, согнули рычаги. У меня 2 клюшки, а тут 4 рычага. Надо с той стороны посмотреть. 4 рычага, согнули 2 рычага. Иди сюда, Русик, со светом. Панара тут ни при чем. Отпустите, ребят! Да нахуя? А вперед пусть даст, может выровнять. А, ну вот он ушел, видишь, тут развернулся в эту сторону. Да, да. Отпустите его чуть-чуть. Да может. Куда отпустить? Его надо наоборот вытягивать. Нет, ну куда вытягивать? Поднять надо хайджек и вверх. Хайджек есть у Криса. Во что ты упрешь хайджек? В болото, блядь? Нет, вот земля же. Зал... Залупа. Вот земля. Ты только что прыгали, ты пришел одной рукой. С крыши, да? Хуя. А сейчас как у тебя получилось, Андрюха? Хорошо, что я говорил. Надо было подсунуть его. Так в Андрюхе 40 тонн веса, а во мне, блядь. Да не, Андрюха, надо подкладывать, наверное, кусок бревна под этот. Давай попробуем этот фокус. Под хайджек подложи сначала. А? Давай с палкой фокус попробуем. А какой? Ну, работает. Ну, давай. Ну, сейчас на полметра. Подходи близко, опасно. Крис, просыпайся, уже скоро вытащит тебя. Не верит в нас. Там просто сейчас Саня увидел в группе фотку и расторг контракт с Крисом на ремонт машины. Да, расторг? Не так, гарантия. Не, шатай туда-сюда. Там платформа. Так все равно оно же вошло. Сейчас еще согнем хайджек. Не, ну, так маленькая под хайджек может Пальцы только. Крис, заглуши ведро, тут люди работают. О! Да не, нихуя. Возьми, может, его этим лебедкой подтяни. Площадка прикручена? Да. Где, здесь? Ну да, вот это что катался за порожек. Сгорел полностью? Хуй его знает. Убери бревно. Убери сейчас из под узлом. Убери. А не будет он по зиме, там трава. По чуть-чуть просто. Смотри, как его ломит. Ему проще будет выйти. Все нормально. Ты сейчас даешь ему сопротивление. Да, да, да. Отпусти тогда. Отпусти. А так он пойдет под землю, как плуг. Вот это убери. Ручку. Рычаг подвинешь. Нет, так держать его. Да не, он вот так сейчас пока пойдет. Приди. Нам надо еще смотреть, чтобы УАЗ не ехал навстречу. Давай. Чуть-чуть. Идет. Идет, отлично идет. Давай. Травушек подняла. Хопи, ноги нету, блядь. Есть. Все.
А теперь Криса точно так же. Из салона. Рус, иди отсюда свети на дерево. Пульт у меня. Управление вечеринкой? Да. От этого, от диджейской этой хуйни. Рус, я снимаю против твоего света, ни черта не видно. Иди сюда. Можешь под бревном пройти, тебе можно. Можно под бревном? Так а ты как его хочешь якорить, Чилин? Это проехать не могу, он стоит между этих двух деревьев, не отъехал. Пиздишь до батька. Крис, ну что там, как обстановка? Перешел побыстрее, да, там внутри живота. Села камера на фото. Да хватит. Этот барсетку намотал. Куда ты пошел, блядь, лысый? А шатла нету еще? А за низ цепляй, там есть куда или нет? За розетку. Шакал еще один не тянется. Сейчас. Не стоит тут, Егор. Так, вы, ребята, аккуратнее тогда приносите. Егор, блядь! Забыл про бревно? Я прыгнул. Да такое по темечку попадет, нормально будет. Чтоб хоть от тебя какой-то экшен произошел. Короче, тут у нас парус сейчас будем поднимать или флаг. Что, у вас сломался? Это норма. По-моему, один цилиндр подтянулся. Что, поехали? Рация есть, иди команду. Андрюх. Андрюх, вот я пульт. А там на тормозах кто-то держит? Сколько сможет. Подымаем? Давай. Вот. А что-то ничего не происходит. Нет, что вы еще? Нет, зажимаешь, держишь. Он активировал. Зажимаешь, держишь. Ну, зажал, держу. Две сразу надо. Не. Какие две? Какие две? Ну, давай, Андрюха, как на клаксоне. Таня. Ну, посмотрите, кто-то на пульт. Ну, вот эту кнопку зажимаешь и держишь, пока оно не моргнет, что включилось. Охуенная вещь. Может, батарейка села уже? Там замерзла. Иди, может, хозяин пусть активирует его. Андрюх, мы сейчас собьем вообще программу. О, поехали? Пошел. А, не, нормально, блин. Оно в землю пошло. Как посадим его. Крис, помоги колесами чуть-чуть. Чуть-чуть колесами помоги. А куда не уперлось в это? Ничего не уперлось. Подожди. Давай, стой. Давай, может, вот это бревно подложим, маленькое хотя бы. А ну попробуй свои. Давай бревно переставим. Ближе к нему. Ближе, мы его сейчас не достанем. Помогите Андрюхе с бревном. Блин, смотри на мост, у тебя будет фото с мостом. Смотри на мост. Саня, блин. Смотри, на южный радар. На мост посмотри. Крис, подъедь, блин. Посадили хорошо. Ты его расшатывай больше. Что они делают? Бревно вынимают, оно встряло в землю. Они теперь хотят его... Забор они строят, наверное, дома хотят строить. Ближе к Крису поставить, сваи. Знамя ставят, этот, Кантария, кто там еще? Рус, ты можешь не крутить башкой или хотя бы... Крису его вообще туда тянет, зажимает. Хуйню ставить кайдзек. Давайте кайдзек ставить и заниматься ерундой. Только наоборот. Поднимать.
этот самый лучший поднимал. Еще не поднялась, да? Поднялась хорошо, но в нужный момент взяла и раскололась нахрен. Когда перестала застревать в землю, раскололась напополам. А где Фриджек вообще? Там стоит. Я, конечно, понимаю, что мы его... Давай бревно это подсунем. Сидел бы, тут не провалился. А ну посвети снизу, Рус. Вот появился мост? О, теперь надо за мост цеплять. Я бы за мост бы лебедочка позацепил бы. Это. Давай. Сюда пьё. Давай бревно лучше давай. Вот это сунем. Не, лебедку под мост. Так а кто залезет? Под мост засунем бревно. Так а что, я буду тебя за ноги держать, а ты цеплять будешь. Кто полезет? Рус полезет, его не, один хуй не раздавит. Павло. Показался мальчик. Еще подумай. Головка появилась. Давай бревно, Андрюха, потому что сейчас лопнет опять этот, блядь, так бревно пенёк. В это, под колесо кидай. Не, это в жизни не лопнет. Да. Бревно сейчас только уйдет да? В лед, блин. Это бревно советское, блядь. Не уйдет, поднимайся. Можно его за колесный диск, блядь. Да он диск разворотит. А может как раз и вырихтой мост. Ну, давай Уазиком хотя бы подтянем это. Отцепляй бревно. Давай, не, ну бревно можно под мост сразу кинуть. Вот это, вот это поперек кинуть, хотя а то кинуть. Так, наделать, а что, больше блядь. Поднять нельзя? Ничего оно не наделает. Чтобы оно ему, блядь, а жопу не вошло. Ну поднять? Надо будет смотреть, Крис это любит. Можешь выше поднять? Да, я не знаю, ну выше. Да не надо. Колесо, не надо. Под да, колесо да, бесполезно. Чего? Чего? Только острая часть, чтобы легче уходить. Нет. А дайте лебедку мне. Подожди. Это самое. Давай вот это бревно колесо поперек. Да. Не под колесо. Не. Вот это. Под чулок прямо. Моста. Нет, под мост у нас смысла нет. Под колесо. А мост мы немножко потянем. Только здесь копнуть надо. Под чулок моста, под колесо нихуя не будет. Оно уйдет. Оно еще больше вывернет колесо. Оно еще больше колесо вывернуть. Под чулок моста только ложить. Под чулок моста. Крис, заглуши ведро, блядь. Людям весь дым идет. В лицо весь дым идет. Крис, заглуши, люди там работают, блин, это самое. А нас это не ебет. Поехали, назад он выезжает. Давай, может, вот это подкинем еще поперек. Может, подтянем чуть колесо за бедлок, но на себя чуть-чуть. Попробуй. Я, там вот копать надо сначала возле колеса. Да, нет, ну бревнышко засунуть. Тут можно попробовать потянуть колесо. Давай этот пульт. Подровняем тягу и все. Мы сейчас даже если вы просто начнем ронять с... Нагары на месте, непонятно что собственно оторвалось. Давай тянуть... Двойные тяги согнули. Давай тянуть за если этот самый. Если мы сейчас его на домкрате натягиваем. Потянем назад, он выехал, все. Да. Просто ну, чтобы он падал с домкрата. Цепляй за колесо. За давай колесо за колесо цепляй. Подтянем. Чуть-чуть. Колесо вы вырвете. Да не вырвем. Выровняем на место просто. Ну, тоже у кого лопата? Надо там копнуть нет. И засунуть это бревно под колесо. За колесо легенько подтянуть. Андрюха, сейчас за колесо легенько. Цепляй за колесо. Оно выйдет, мост пойдет сюда. За диск вот так вот. Оно не согнет его? Сейчас посмотрим. У меня бомбу так вытаскивали в этом. Не скучно. Не, подождите, тогда я найду. Слышь, давай ручку подсоединим. Сейчас, не так сильно. Вот она сильно быстро выровнялась. Подожди. Там держите на тормозах? Мне что-то не тянет. А, Паша там? А ну, Паша, пусти. И это не тянет. Они одну перебивают. Теперь ты. Теперь я. Нормально. Давай, тянем. Еще и выровнялся. За машину. Да нормально. Нормально. Хаджек только надо пойти забрать. Все, давайте. Давай, по очереди. Подожди, подтягивай. Пусть стоит. Сейчас сам вот едет. Ничего, блядь, не сделается там этому хаджеку. Поравняет, блядь. Я гнул и равнял. Хороший. Подожди. Стой, хайджека давай. На себя. Да все. Я расслаблен. Где он погнулся? Все, давай. Новый по очереди. И записывай. Записывай. Андрюха, своей лебедкой подтяни. Не могу, перебиваем на одну. Так отойдите. А какая разница? Большая, отойдите. Давай. Чуть влево.
Влево, влево руль, да. Заведи, кстати, машину. Крис, можешь заводить в руль. Не надо ничего, блядь. Куда пробовать? Не надо, блядь, ничего. Ну все, надо его перецеплять уже. Пусти свои. За колесо зацеплено ледок. Стой. Вот подожди. А, стой, узел? Стой, надо отпустить. Вот это бревно надо вытащить, да. Не, льдину вытащить, еще можно вытащить там. И как раз оно и пойдет. Думал узел, потом вспомнил, что я узла не привязал. Можно из колеса льдину достать. Все, давайте не будем колесо тращить, тянем просто его обычное и все. Да, да, ну давай, будет. Снимай. Если снимется теперь. У нас еще переднее колесо есть. Я отпустил. У нас еще переднее есть. В смысле, можно передний мост проводить? Молотком может его каким-то. Ягу можно. Топор в багажнике есть. Да. Топор в багажнике есть. Сейчас ты будешь его тянуть. О. Он сейчас перецепит его и все. Я его не буду тянуть даже. Это не у нас. Тяни, Павло. Наверное, да, подожди, это да. Да чего? Подтянешь тоже чуть-чуть. А я его вверх тяну. Помогай, наверное, колесами чуть-чуть, Крис. Далеко. Да он привязан, куда он поедет. Это Крис колесо задней рукой. Давай. Чуть-чуть давай. Отпусти. Ревно дышай, да и сейчас нам придется еще мордой это сделать. Да идет, вроде. Крис, все нормально, почти. Андрей, что делать? Куда ты? Пока не идет. Вот так, не копай сильно, главное. Давай, по чуть-чуть давай. А теперь плавно полетим. Право руль крути. Право руль. Стой. Давай я сейчас тебя... Держи на тормозах. Подожди, дай я отпущу. А, проходит? Мост на месте, давай посмотрим, что там. Тут тянет. Андрюха тянет, разворачивает. Едь по чуть-чуть назад. Пускай. Назад по чуть-чуть. По чуть-чуть назад. Давай, назад. О, заебись. Тихо. Фонарь не разбит. Да, уже он разбитый. Равняй. Стой, подожди, посмотрим, что с мостом. А, тянет. Тяга лопнула напополам. Ну, какая? Одна или все? Дай тоже зазырю. Да вот, разорвана на две.